Мамочка, что там увидела? Маленькая девочка. Маленькая девочка, что унюхала там? Ой! Ой, что она унюхала там? Ой, кисулечка. Красотка. На, на, на. Ты хочешь вот это попробовать? На, на, на. Пробуй, пробуй. Нравится тебе такая травка? А? Нравится такая травка? Ну попробуй, что это за травка. Ну, а, кисочка? Тебе нравится такая травка, да? Белочка. Красавица моя. Ать. Ать. Побежала. Побежала. Так, приехала я в корейский магазин. Надо взять здесь сою густую. Потом проростки пшеницы. Еще кое-какие продукты надо взять. Вроде бы открыт магазин. Вот этот магазин. Korean Mart называется. Находится в 6-м микрорайоне. Там стоят ментяры. Маша есть у вас, да? Маша до окончания карантина не будет. А, нет. Мне надо просто... Я вам сейчас напишу. Кадюри только 5 штук будут. Ну, ладно. Они все целые. Да? Только хорошо. Это надо заказывать. Там люди стоят за пенсией. Кошмар, столько народа там. Ведут запись. Не по очереди, а по записи. Сейчас вот иду на базарчик. 9-й микрорайон. Говорят, базарчик закрыт. Разогнали всех. Сейчас пойдем сходим, посмотрим. Кис, кис, кис. Какая ты красивая, черная. Да, киска? Точно никого нету здесь. Всех разогнали. Но кое-кто все равно сидит там. Все равно что-то продается. Надо мне взять овощи. Огурцы. 280. Помидоры 500. А вот здесь огурцы 350. Кабачки 1000. Лимон 1700. Капуста по 50. Вот надо апельсины здесь 650. Бананы по 600. Ну что ж, дорогие ребятушки. Я сегодня сходила на работу, приехала сейчас домой. День прошел сегодня нормально. Клиенты были, что удивительно, вот после карантина. Очень даже хорошо идут клиенты. Это очень отрадно. А что ты все до конца не занес? Там же еще висит белье. С утра вот постиралась, только стирки накопилось. Сейчас вот пришла домой. Сделала кое-какой закуп. Зашла в корейский магазин. Мария купила вот такие соленые грибы. Вот хочу их пожарить. Наверное, без мяса буду делать. Стоят они 1500. Затем взяла чай.
сою густую, китайскую. Самодельного не было, говорит, еще карантин, и поэтому еще, говорит, завоза нет, по 1000 тенге. Вот такое мяско взяла на базаре, замечательное, по 2050. Апельсинчиков. Апельсинчики у нас 650. Затем бананы взяла, килограмм 600 тенге. Огурчики, килограмм 320. И взяла джусаи, вот и лучок. Джусаи у нас, пучок, стоит 70 тенге. Вот такие хорошие пучки. Вот. А муж взял вот колу. Что-то я так пить захотела. И соду, чтобы полоскать горлышко. Такой небольшой закуп у меня сегодня. Сейчас буду варить мяско. Мякоть надо отделить. Хочу сделать кукси. А из косточек сделать... Сейчас буду делать бульончик. Да, кисулечка? Кисулечка, ты мяско почувствовала, да? Маленькая девочка. Ты хочешь мяско? Белочка, ты ожила уже? Под хвостиком ран. Ой, ребятки, иду с работы. Там спускается бегом-бегом. Здрасте. Ты куда-то ходил, что ли? Да, зубному. Зубы делал. Деньгами, которые... Карточку. В смысле съела? Пенсия, что ли? Ну. А что мою не получил? Надо было за меня тоже получить. А я совсем забыла. А? Как, в смысле, из чего? Вон, Лена пишет. Семгу. Вот это как без этого майонеза делай. Без майонеза? А зачем с майонезом? В духовке с лимонным этим, с лимоном. Во сколько они придут? Прям плотно закрыл-то. Не надо так закрывать. У нас же все прокиснет, ем дича. Ой. Что там меня учишь? Лера, я купила вот эти напитки. Правда, ягодных не было, было только яблочные. И вот лимонные. Давай два положим. Холодильник? А, у меня здесь еще грудку надо сварить. Буду делать салатик. Маслины. Грудку поставь варить, а? Вот это поставь курицу варить. Вот в этой можно кастрюлю поставить. Салат с чипсами. Салатик с чипсами. Конфеток набрала. На стол. Вот эти вкусные конфетки. Это разные. Зубная паста. Одна штука сколько стоит? 500. Это хорошая зубная паста. МВ. МВ это 1000 стоит, да, наверное? Ну, она вообще дорогая. Сколько она стоит? Ну, зайди в поисковик. А что это она так дешево продает? 500 тенге. Потому что она какой маленькая. Какой 100? 500, ты же говоришь. 1500. Одна 1500? Да. А что, сколько стоит? Давай вот это. Ну, тебе деньги некуда девать. Ну, жалко было. У меня есть Faberlic, вон, нормальные зубные пасты. Они стоят, вон,
Как это, Таня? 600 тенге называется. Как это называется? Глистер. А? Глистер называется. Сколько стоит глистер? Зубная паста? 50 миллилитров. 50 миллилитров. Ничего. Сколько стоит зубная паста глистер? 50 миллилитров. 1481 тенге. Правильно, что 1500. Правильно, там что она 15 тенге имеет? Нет, она это розничная цена, оптовая цена все равно дешевле.